Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 8 октября. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Досифею. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает «дар Бога». Небесной покровительницей ее является преподобная Досифея, киевская затворница. В XVIII веке в дворянской семье на свет появилась девочка. Новорожденную назвали Дарьей. С первых дней жизни девочка воспитывалась в монастыре, где с уважением и любовью стала относиться к Господу. Возвращение в отчий дом для Дарьи стало настоящим испытанием. Ей была чужда дворянская жизнь, ведь она уже вкусила радость общения с Богом в смирении и покаянии. Шли годы, и девушка достигла совершеннолетия. К этому времени родители нашли ей жениха и уже планировали свадьбу. И тогда, однажды ночью, Дарья сбежала, а чтобы ее не нашли, она переоделась в крестьянина и назвалась Досифеем. 3 года прожила она под мужской личиною в Троице-Сергиевом монастыре, а потом поселилась под Киевом, в местечке с названием Китаево, выкопав в горе пещеру. Питалась Дарья Досифей тем, что Бог пошлет. Чаще просто хлебом и водой. В то же время слава об удивительном подвижнике стала распространяться по округе. И случилось так, что сама императрица Елизавета, будучи с визитом в Киеве, пожелала лично посетить Досифея. После Досифей стал рософорным монахом Киево-Печерской лавры. С тех пор преподобная взяла на себя подвиг старчества и даже юродства Христа ради и окормляла всех жаждущих ее совета. Представилась ко Господу преподобная Досифея в 55 лет, а тайна святой подвижницы открылась людям только после ее смерти. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Ефросинию, Сергея, Германа, Пафнутия, а также Николая, Александра и Федора. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!